Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого является одним из самых крупных в составе КФУ. Именно там реализовывают десятки самых интересных и востребованных программ не только в области филологии и межкультурной коммуникации, но и педагогического образования, музыки и хореографии. Выпускники института уже со студенческой скамьи достигают серьезных профессиональных высот в самых разных сферах. Мы выпускаем филологов, мы выпускаем учителей, мы выпускаем дизайнеров. И что нас радует, все выпускники, уже будучи нашими студентами на последних курсах, кто-то уже трудоустраивается, кто-то уже знает, куда пойдет работать. Ежегодно конкурс на поступление в институт лишь увеличивается. Абитуриентам представлено не только разнообразное количество специальностей, но и впечатляющее количество бюджетных мест. И это, безусловно, не может не радовать. Ежегодно для нашего института выделяется около 300, более 300 бюджетных мест. В этом году наш институт получил 342 бюджетных места, из них 105 на магистерские программы и 137 это на бакалаврские программы. Предлагаемые специальности всегда были востребованными и являются таковыми до сих пор. Конечно, никто не сомневается, что выпускники Института филологии и межкультурной коммуникации обязательно найдут свое место под солнцем. Сегодня были востребованы одни специалисты, завтра это может быть совершенно по-другому, хотя примерный прогноз есть, но все равно, мне кажется, сегодня мы живем чуть-чуть в иных условиях. В связи с этим мы нашим студентам предлагаем дополнительные образовательные программы. И что интересно, студенты, поступившие и на филологическое направление, иногда выбирают программы в качестве дополнительных образовательных программ, программы в области дизайна, веб-дизайна. Они потом, что интересно, и находят себя в данной области. Получение Казанским университетом федерального статуса стало новым этапом в развитии гуманитарных наук в ВУЗе. И уже сегодня институт активно демонстрирует высокое качество фундаментальных и прикладных исследований, показывает хорошие результаты и, конечно, на достигнутом не останавливается. Адель Мухаметшина, Ильшат Хусаенов, Универньюз. Сегодня работает.